встретиться лицом к лицу с супергероями, и даже стать ими смогли десятки иркутян. Многие из них попали на страницы комиксов, а потом на пару часов целиком окунулись в этот волшебный мир. Как такое стало возможно в областном центре, покажем прямо сейчас. Сотни взмахов маркером, и сбывается мечта стать персонажем комикса. Профессиональный художник всех желающих с легкостью превращает в супергероев. Сверхлюди с особыми способностями сегодня вообще главный герой вечера. И не случайно. Иркутск в ожидании нового фильма об одном из них. «Доктор Стрэндж». Свежее детище студии Marvel. На смену Железному Человеку, Росомахе и Человеку-пауку приходит врач. Картина снята по мотивам известных комиксов. А в главной роли, весьма неожиданно, Бенедикт Камбербэтч, который сменил амплуа великого сыщика на супергероя. Жду хорошей экранизации, потому что актер, как мне кажется, неплохо подходит для этой роли. Камбербэтч, он смотрится действительно в роли. Я считаю, персонаж сам по себе тоже в комиксах интересный, доктор Стрэндж. И хочется посмотреть, как это будет все-таки выглядеть в кино, а не только на страницах от комиксов. Новую историю о суперчеловеке иркутяне видят на 2 дня раньше, чем фильм вышел в широкий прокат. Премьерный показ проходит в сети кинотеатров «Баргузин». Выбор места для такого события закономерен. Только здесь есть кресло «Дибокс», а они – обязательное требование прокатчиков для проведения таких показов. Кресло «Дибокс» – это вибрирующее кресло, которое качается, то есть эффект полного погружения, когда вы видите спецэффекты на экране, и вы как будто бы присутствуете, то есть погружаетесь просто в действие целиком. То есть герой убегает, и вы вместе с ним убегаете, тем более фильм идет в 3D, поэтому эффект просто потрясающий, то есть эффект полного присутствия. Впереди у кинотеатра еще не один подобный премьерный показ. Запланированный более солидный подарок для Иркутска. В этом году здесь появится первый в городе зал с новым современным форматом IMAX. А значит, киноманы смогут получить еще больше впечатлений от просмотра новых лент. Окунуться же в мир доктора Стрэнджа сегодняшнего дня может каждый. Фильм вышел в массовый прокат в Иркутске. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.